Привет всем, друзья! С вами на связи Юрий и Ольга. И в этом видео мы хотим с вами поделиться самыми первыми результатами, которые мы уже получили в том бизнесе, который мы только-только начали развивать и который отбирали на протяжении более 5 месяцев. Да, друзья, за эти 5 месяцев очень тщательного отбора мы успели перебрать, просмотреть и проанализировать более 500 компаний. Ну, наверное, после 500. После 500 мы действительно просто уже перестали считать, потому что цель была не в том, чтобы компании пересчитать, а действительно отобрать достойного, надежного, перспективного стратегического партнера, с которым мы сможем развивать бизнес успешно уже на старте, ну и на протяжении долгих лет вперед. Немножко о критериях давай расскажем. Что же мы искали вообще изначально? Для меня было очень важно, и я очень ценю свободное время, чтобы я могла им сама распоряжаться. И, соответственно, для меня очень важно это возможность получать пассивный доход. Возможно, на старте сразу вот сейчас начинаешь бизнес и пассивный доход. Либо это компания, в которой есть возможность выхода на пассивный доход. То есть через полгода, год, но ты понимаешь, что у тебя будет возможность получать пассивный доход. И в этой компании я вижу, что это действительно возможно и реально. И самое главное, наверное, это то, чтобы вот этот как раз пассивный доход, друзья, он был чем-то подкреплен и обоснован. Потому что сейчас много всяких предложений, где есть пассивный доход, но, увы, как вы знаете, как мы знаем, что такие компании, они, к сожалению, долго не живут на рынке. И еще один критерий, который очень-очень-очень-очень важен, это продукт в компании. Он очень пересекается с тем, что только что Юра сказал, что есть какие-то завуалированные предложения, какие-то придуманные продукты, которых никто в глаза не видел, но хотелось найти действительно то, чем ты сам захочешь пользоваться. То, что для других людей будет действительно ценно, полезно, и они захотят этим пользоваться. Без развития бизнеса, без построения сети, просто человек видит продукт и хочет им пользоваться. Этот критерий эта компания удовлетворила на все 100%. Абсолютно полностью. Наверное, следующее, вот тоже поделюсь, это главное для нас было, чтобы компания, она была не первый год на рынке, чтобы это не был какой-то там стартап, что эта компания вот только появилась, и как, ну, многие принято сразу же бегут в эту компанию, чтобы успеть, да, чего-то урвать там. Мы смотрели, чтобы эта компания была уже достаточно продолжительное время на рынке, и она смогла себя, во-первых, зарекомендовать хорошо, а во-вторых, она смогла пройти вот этот 5-летний рубеж и устояться, начать активно развиваться и стабильно. И эта компания сейчас уже 8 лет на рынке, но при этом она свеженькая на нашем рынке. Это как раз тот симбиоз, который очень хотелось найти, и у нас это получилось. Ну что, перейдем, наверное, ближе к деньгам? Да, наверное, последний критерий, вот, который остался, это то, чтобы каждый человек, который приходит, начинает бизнес строить, чтобы он мог зарабатывать уже прямо с самого начала, и потом многие-многие долгие годы у него... его доход, естественно, рос и умножался. Чтобы не надо было, знаете, выбирать между ты хочешь зарабатывать деньги быстро или, как там говорят, или долго, да, чтобы было действительно еще и вот такой симбиоз, чтобы деньги были и на старте, и на пути развития бизнеса, и на долгосроке. И еще один интересный факт относительно денег, это то, что люди, которые вышли на чеки в $1 000 000 в год, в среднем им понадобилось 3,5 года. Это для тех амбициозных людей, которые смотрят это видео. И ближе к нашим первым результатам. Давай перейдем непосредственно к нашим результатам. Друзья, за 4 дня нашего нахождения в бизнесе мы успели заработать первые $300. И ощущения такие очень приятные, потому что мы еще бизнес не начинали развивать. Мы сейчас сфокусированы на то, чтобы автоматизировать бизнес в интернете, потому что мы настроены на то, чтобы бизнес на 90% строился именно благодаря интернету, но при этом
уже за первые 4 дня $300. И когда мы это сейчас осознали, мы поняли, что некоторые люди тратят на зарабатывание таких сумм целый месяц. И при этом кто-то ходит на работу, кто-то вообще друг друга, семью свою не видит, кто-то уезжает на заработки. Ну, то есть это реальность жизни. А мы-то 24 часа вместе, рядом. Строим бизнес, даже мы еще не начали его развивать. Но мы развиваем бизнес, в принципе, с удовольствием, мы его отобрали для души, мы видим в этом большую перспективу, и это, ну, на сегодняшний момент очень приятное ощущение, что действительно компания уже подтверждает то, что мы сделали правильный выбор. Друзья, и это наши первые результаты за 4 дня. Далее мы будем продолжать делиться нашими результатами в следующих видео. Поэтому, если вам интересно наблюдать, то наблюдайте. А если вы ищете что-то похожее, то, конечно же, присоединяйтесь, развивайтесь с удовольствием, зарабатывайте. И пусть у вас все будет отлично, гармонично, результативно и прибыльно. На этом все. Друзья, подписывайтесь обязательно на канал и ставьте лайки. До скорой встречи. Пока-пока. Пока.